Всем привет! Сегодня снова с вами Бастон, и сегодня мы продолжаем проходить игру Fable Anniversary. Так, что у нас там было за задание? Там целая куча было заданий. Так. Могу я вам чем-то помочь? Ты чё мне продал, мужик? Уверен, вы найдете что-то себе по душе. Богоподобный. Воздух стал ледяным. Как чудесно. Но это не холод. Это ты. Надвигается шторм. Да! Ура! Удачи! Ух ты! Так, у нас там было задание еще. Точнее, просьба под горшок подстричься. Да! Ты что у нас продаешь что-то? Так, мне сейчас не до тебя. Ха-ха! Так уже бабочки летают тут. Блин, мэром бы указы можно было сдавать, ходить со стволом, блин, а то оружие приходится сдавать все. Так, мне нужен цирюльник, подстричься. И где мне его искать, этого стригуна? Желаю приятного дня. Опа. Ключик один. Заметано. Изумительно. Ура! Археолог в плену. Ура! Всегда рад видеть. Чудесно. Ага. О да! Йо-хо! Ух! Милорд. Так. Думаю, мы сделаем вам специальное предложение, сэр. Кольчужный шлем. А у меня светлый. Нагрудный доспех. Светлый кожаный нагрудный. А у меня... А, кожаный. Так, перчатки к платью. Это кожаные, так. Воздух стал ледяным, но это не холод. Хотя подожди. Это что-то крупное. Чувак, давай поторгуем еще. Думаю, мы сделаем вам специальное предложение, сэр. На, блин. Смысл в хаф этот воздух одежду продавать. Воздух стал ледяным. Но это не холод. Надвигается что-то крупное. Так. Ваши мечи и топоры! Думаю, мы сделаем вам специальное предложение, сэр. Угу. Ну, у меня что, два лука, что ли? Молоточек надо продать, нафиг мне нужен. Злые силы надвигаются. Думаю, мы сделаем вам специальное предложение, сэр. И что, здесь продать не могу? Воздух зашибись. Стал ледяным. Но это не холод. Надвигается что-то крупное. Никогда не видел подобного. Ура! Как чудно вас снова видеть. Ура! Блин, и где же теперь этого искать? Здесь, что ли? Какая радость! О! Ура!
все еще в превосходной форме. За вами нужен лучший уход. Так. Обычная стрижка. Ёжик под горшок. Классическая борода. Заурядная борода. Длинный. Гладко выбритое лицо. Сколько же всего нашел? Ладно, нам нужно под горшок. Вот она. Старое королевство. Чувств? Хотя, стоп. Ну, подстригли. Так. Так, по-моему, на пристани у нас должно быть. А, сейчас денежкой заедем. Теперь все бабы и мужики какие-то, петики, влюблены в меня тут. Дом, блин, у меня тут целый город уже в владениях. Магию, блин, не могу использовать здесь. Так, мне нужна не ведьма, мне нужен мужик, который играет здесь. У него дочка какая-то скучающая все. Вот ты-то мне и нужен. О, здравствуйте. Стрижка у вас почти идеальная. Дочь будет вас, только я забыл сказать. Она предпочитает мужчин с бородами, как на этой карте. Сделайте себе такую бороду и приходите. Не беспокойтесь, я тут. Сейчас посмотрим, что. Если что, придется забривать нафиг, это все ужас. Какие-то бакенбарды, блин, натуральный Пушкин, ё-моё. Так, где тут был? Вот здесь. Приветствую. Так. Благо, все это дешево. Это что ли с бачками? Я рада, что ты сохранил Уиспер жизнь. Так, что посмотреть вообще хоть? Ёкарный бабай. Натуральный Пушкин. Ура! Осталось только пистолет достать и дуэль устроить. Сейчас скажет еще усы, потом. Мох на груди. Здравствуйте. Хорошая борода. Очень похоже на то, что нужно. Но у вас нет усов. Разве я не говорил, какие... Поторопитесь, вы меня легко найдете. Моя дочь будет так ща. Ура! Я сейчас дочела там какая-нибудь страшила еще, и это нахрен его пошлю, все сбрию. Прочесу он себе один на виду и хватит. Приветствую.
Так, усы торговца. Вот они. Старое королевство. Чувствуешь его дыхание? Я смотрю на себя вообще. Ёп твою ж за ногу. Что за ужас? Даже из шлема усы торчат. Как два крючка для шляп. Ёлы-палы. Если я на этой дуре женюсь, я нахрен все сбрею. У вас хороший вкус по части усов и бород. Но, честно говоря, мне глубоко наплевать, как вы выглядите. И моей дочери тоже. У меня ведь нет дочери. Я просто люблю подшутить над героями. А, вот и как. Видали? Смехотище ведь. Однако вы меня развеселили, что достойно вознаграждения. А теперь ступайте и побрейтесь. Татуировка на спине огненной обезьяны почитали за богов древних племен. Побрейтесь. Головой об стену тебе надо, мужик. Головой. Так и думал, что подстава. Так. Обычная стрижка. Стрижка ежик. Обычная стрижка. Я рада, что... Так, как мы сейчас выглядим? Ура! А больше никаких нету? Стрижка ежик. Угу. Ужасность минус 100. Дыхайся. Старое королевство. Чувствуешь его дыхание? Йо-хо! Так, мне нужно сходить за этим. Всего хорошего. Я думаю, он мне знаменитый. Йо-хо! Че тут было? Пойдем археолога спасать. А здесь что у нас? О! Эй, здорово! Могу я вам что-нибудь посоветовать? Давай. Уверен, посмотрим, что здесь. Вы найдете что-то себе по душе. Ух ты, верхняя часть костюма. Мастер воли. Нифига себе, башка стража. Короче, здесь получается три пички. А здесь у нас уже идет оружие. Катана мастера. Тесак мастера. Да, меч, конечно, здесь жестокий получается.
Ух ты. Двуручный меч Солюс. Длинный лук мастера. Двуручный меч Солюса. Нифига себе. 300 с лишним. Модификатор пламени, модификатор здоровья, модификатор остроты. 60 с лишним тысяч. Злые так. Силы надвигаются. Уверен, вы найдете что-то себе по душе. Духи, Ларосклад, кольцо. Офу. Модификатор здоровья. Нифига себе, прикольный модификатор. Ну и стоит нифиговый. Кукловы. Фигурка грома. Я дороже. Так. Кольца нам не нужны, духи не нужны. Зелье воли. 26 уже есть. Купить максимум. Купить максимум. Пускай валяются. Воздух стал ледяным. Но это не холод. Надвигается что-то крупное. Да ладно. Ладно, погнали. Удачи, аватар! Пойдем нежить бить. Больно их много было, нам никак не сдюжить. Схватили они археолога и потащили вон на тот холм. Не знаю, что они с ним сделают, но уверен, ничего хорошего. Это придется вам его спасать. Да поскорей, времени-то мало. Слуги тьмы схватили археолога, где-нибудь убить их. Я иду! Ни хрена себе, они тут стражи колупают. Первый раз такое вижу. Эти твари чистое зло. Я тут, за тобой. Какие-то роботы, что ли, механические? Я чувствую, здесь прокачаюсь тоже нехило. Руби! Фу, попец, жесть какая-то. Так, здесь больше ничего нету. Так, мужики, погнали. Я прикрою! Я тут, за тобой! Да для этих не знаю, что нужно, они такие-то роботы железные. Прикрывает он, блин. Тут такими темпами придется исцеление качать, хрен знает какого уровня, что все это пройти. Реально какие-то роботы. Призывающий миньонов создал преграду, но после его смерти она должна пасть. Я прикрою! Задолбали мешаться.
Только спецатаку не проводишь, и сразу же нападают. Я тут, за тобой. Так. Я прикрою! Столько бочек тут. Я тут, за тобой. Я здесь, на помощь. Руби, я прикрою. Давай охрану соберем сейчас. Да блин, только собираешься бить, как сразу же это наступает, тварь. Тут ничего интересного нету. Ладно, пойдем тут. Руби их! Да я тебя сам здесь разрублю нахрен, задолбал ты меня уже. Я прикрою! Руби их! Я иду! За тобой! Руби их! Мужики! Взрываем. Руби их! Столько, блин, бомб взорвать никогда не успеваешь. Я прикрою! Я иду! За тобой! Преграда пала! Скорее беги, спасай археолога! Мужики, разойдись. Чего у нас тут наверху еще есть? О, сундучок. Чуть ту бочку не рванул. Думал, обычная. Да блин, нахрена у тебя воскрешение? Сколько их уже можно собирать? Погнали, мужики. О, и тут еще одна есть. За домиком. У, сколько тут всего веселого, вкусного. Так, сундучок еще один. Подсказка. О, зашибись, еще нельзя одна. Нельзя ли поторопиться, у меня уже руки чешутся. Ну-ка, ска в кружочке копнем. Серебряный ключ один еще там валяется, 12 уже. Так, из подсказок, что у нас здесь? Подсказка. Письмо Терезы. Так. Старые гильдии. А где ж тогда идти? Блин, так. Письмо Терезы, родословные. Не в этих случаях. Так, мясо дофига. Печать гильдии.
Предыдущая подсказка пятая. Не бойся повторов и новой указки. Смело держись предыдущей подсказки. То есть четвертый. Тройное убийство. А, ну это подсказка шестая. Придется в конце поработать руками. Награда закрыта стеной, тюками. Стеной и тюками. Тюками. Это же где так зарыто-то? Стена и тюки. Еще очередная хрень с преградой. Вот, блин, только этого говна мне не хватало еще. Так. Сильные твари, ну да я посильнее буду. Руби их, я прикрою. Давайте, рубите, вы чё? Там еще страж стоит. Я иду! Я иду! Давайте, рубить эту тварь! Давай, руби эту дуру. Я тут, за тобой. Так, всех вылечили, всех. Это что у нас здесь за страж? Не сюда. Похоже, что они ведут его в темницу. Пошли, пока еще не поздно. Я прикрою! Я прикрою! Руби! Да сколько ж вас тут, а? Я иду! Да уйди ты! Я иду! Так, а здесь ничего интересного нету? Так. Нельзя ли поторопиться? У меня уже руки чешутся. То они говорят, куда ты бежишь, что руки чешутся. Скорее, они почти дошли до корабля, у тебя мало времени. Я прикрою! Прикрывай! Застреваешь ли всякой хрени? Руби их! Я тут, за тобой! За тобой!
Погнали. Руби их! Я прикрою! Руби их! Я прикрою! Руби их! Руби их! Да задолбал ты уже! Я прикрою! Руби их! Прикрою! За тобой! Руби их! Я иду! Они походу магию не блокируют, но я что-то не хочу магию качать, хочу прокачать силу и все остальное, а потом уже заниматься прокачкой. Я иду за тобой! Теперь ты очень знаменитый герой. Кстати, больше геморроя, чем... Руби их! Ну все, вы меня достали. Я тут, за тобой! Кстати, блокируют урон больше и лучше, чем мечники, по-моему. Я иду! Давай! Я иду! За тобой! Руби! Я прикрою! Я прикрою! Ты спас меня! Хотя, если б не ты, сидел бы я спокойно в своей пещере. Да-да, я знаю дорогу к Баргитской темнице. Я же знаю все. Потому-то, если они меня снова найдут, я погиб. В любом случае, к темнице ведет старая дорога через великое кладбище. Ее не открывали уже много сотен лет, но это уж ты сам на месте разберешься. А я тут задерживаться не собираюсь. Мало ли еще мест, где можно спрятаться. Шлем слуги тьмы. Неплохо, кстати, прокачались-то. Зайди в гильдию за заданиями. Да я еще тебе не выполнил, куда мне еще задание? Серебра модификатор. Ты получил новое задание. Зайди в гильдию за заданиями. Да ладно, вы что, издеваетесь? Сколько ж тут надо всего ходить?
Уж не знаешь, за какой браться. Так, надо прокачаться сначала. Так, телосложение. Наконец-таки можно вкачать максимум. Выносливость. А это 58 здоровья. Вот давайте в здоровье подковим еще. Так. Что у нас тут за задания в гильдии еще ждут? Фух, нифига себе. Разбойники наняли тебя спасти кого-то, кого ведут из тюрьмы. Кого-то ведут из тюрьмы Глушвиля к висельному дереву. То есть наоборот. Спасти висельное дерево. Так, вот это возьмем. Пришествие в темнолесье. Посмотри, что происходит у темнолесского озера. Денежное вознаграждение. 3500. Ладно. Так. Ну-ка, где этот? В котором света мало. Между тюками. Стеной тюками. Какими стеной тюками? Ладно, так, сгоняем еще раз к этой хреновой двери. Хотя, а это что у нас? Ладно, сходим. Да ладно, ты что, издеваешься, что ли? Так, хрен с тобой тогда. Потом в конце где-нибудь сходим. Так. Что у нас вообще по заданиям? Так, пришествие темнолесье. Там телепорт есть как раз. Так, темнолесье, темнолесье. Как раз таки вот он, великолесье. Посмотрим, что там происходит. Надо, блин, задание закрывать, а то уже хрен знает сколько набрал, нифига не выполнить. Не к добру. Да ладно. Что за хрен стоял тут лысый? Ребята, пора умирать. С вертушки прям. Какое проявление сил. Нормально. И колеское ущелье. Куда я пошел? Договор. Ладно. Здесь вроде были торговцы. Рискнем уж попортим свою карму. Не к добру. Ну да, не для тебя. Какая мощь! Пошли! Ух ты!
Пошли. Пошли. Хоть один за мной пойдет. Пошли. Ну и ладно, не хотите, так и не хотите. Я думал, на торговца приволочь и завалить его перед этой дверью. Потом, если что, бабло отстегнуть богу там. Так, погнали. Так, надеюсь, вообще хоть там, где надо. Куда-то мы идем, только куда? Так, а если порталом портативно воспользоваться? Великолесье. Она вообще в другую сторону надо. Так дальше пердить. Придется в Холмогорье перенестись. Так, а что нас сюда тащит опять? Темнолесская плотина. Давайте в плотину сходим, там задание какое-то есть. Иди сюда. Что, теперь ему сложнее блокировать мои удары? А, ну вот, в принципе, да, сюда надо. Да сдохни ты уже. Между стеной и тюками. Ты где ж такая хрень? Тюки, я знаю, есть на складе каком-то. Но стена. Теперь это как нежити падают. Две плюшки. О боже! Ты! Какая мощь! Какое мастерство! А, там есть как раз торговец, проводить его. О, привет, маленький. Вот таком надо зарабатывать. Камушки дают. Можно поклоняться. Так. Темнолесье. Следующие две остановки.
грубо говоря, экипировались, прокачались и стало уже как-то лучше. Значит, в гильдии решили, что мне нужна помощь? Они там меня что, за блондинку держат? Ну ладно, раз ты уже тут, может, на что изгодишься. Мы наткнулись в болотах на старинное святилище. Я изучала его, и вдруг набежала куча миньонов. Похоже, что оно им понадобилось для проведения какого-то ритуала. Короче, дело дрянь. Помоги мне разобраться с охраной, и, может быть, мне удастся сорвать их планы. Ну ладно. Мелкое задание. Идите сюда, мои маленькие. Да ладно. Да сдохните уже. Что тут у меня? 15. У меня 11. Еще одно. Два сундука по 15. Похоже, что миньоны с помощью святилища вызвали это. Чем бы оно ни было. Я знаю, как запечатать портал, чтобы это здесь больше не появилось. Но заклинание написано на языке стародавнего королевства, так что придется повозиться. А у нас, похоже, гости. Не подпускай миньонов ко мне, пока я читаю заклятие. Рестиёй ламадин камфаэ эмрус. Ребята. А ну, брысь, твари! Солнце писасио. Попальнен бендоубес! Да сколько ж у вас тут лезет-то, а? От нее нафиг. Как же меня достали. Ты откуда взялся? Да идите вы все отсюда нафиг!
всех троих сразу накрыл. Заклинание сработало. Портал закрыт. Надеюсь, печать вышла крепкая. А ты неплохо дерешься. Может, нам и правда поработать вместе? Так, я возвращаюсь в гильдию, выясню, что это за штука. Давай, вали, вали. Так. Я собирался еще тут сгонять. По одному заданию. Попутно зашел к тебе. Так, что у нас там дальше? Виселищное дерево. Путь к кладбищу. Какой-то там пропавший торговец. Угу. Сучковая переправа. Так, ладно, Сучковую переправу сгоняем. Посмотрим, что там у нас происходит. Нет бы хоть награду давали, какое-нибудь там оружие нормальное, доспехи, а то фигню какую-то дают. Эти зелья дешевые дофига, их вообще практически не надо. Стой! Это значит, тебя к нам прислали? Но у меня к тебе дело есть. И деревенские гады атамана нашего схватили, повесить хотят. Передай от нас весточку их главному. Скажи, мол, не отпустят атамана, всю деревню по бревнушку раскатаем. Понял, ну топай, времени мало. Да ладно. Я с удовольствием вас раскатаю, мужики. Из рук не выпущу. Довольно он тут пограбил. Мы его под стражей держим, там на холме у таверны. Там ему самое место. Так что тебе остается только вернуться и дружков его, подонков, перебить. Как будешь готов, скажешь стражнику, чтобы он тебе ворота открыл. А я пошел к себе в хижину. Удачи! Ладно. Так. Сейчас что-то есть интересное. Между стеной и тюками. Тюки я видел только, в принципе, у нас в родной деревне. Говорит, под охраной держит. Это где у нас? Тут что ли где-то? Атаман ихний. Ладно. Так, стопарики. А, ну это само собой. Мать моя, еды совсем не осталось. Плохо дело, совсем плохо. Ничего, сейчас быстренько всех перерубим. Так уж и быть. Быть добрым до конца. Так, стоп, а там что у нас? Так. Давай, выпускай. Хочешь один на них выйти? Ну ты и правда герой. Ха, или дурак. Ладно, пора за дело. Глянь, ворота открываются. Вот он наш шанс. Бей их, пока они атамана не освободили.
Иди сюда, мудло. Надеюсь, у вас все в порядке. Рад тебя видеть. Куда собрался, мудок? Стоять. Вон там! Ну и все, не успел дойти. Славно. Не скоро вернуться, сволочи. Так, все. Так, надо в гильдию сгонять. Посмотреть, что у нас там можно прокачать еще. Мы узнали, что два ножа хочет отмстить за свое унизительное поражение. За тобой охотится шайка опытных убийц. Берегись неожиданных нападений. Да ладно. Так, здоровье максимальное надо качать. 32 и тоже чуть-чуть не хватает. Знаешь, ты замечательно стреляешь. Тебе следует побывать на стрельбище у Not Whole Blade. Так, а ловкость? 1900. Я вообще ничего не качал. А магия у нас что? 7500. И что у нас можно за 7500 прокачать? Так, ярость бога. Много надо. Щит третьего уровня тоже много надо. Исцеление тоже дофига. Ну ладно. Так, ладно, по заданиям. Что у нас дальше идет? Фух. Больной ребенок. Подборка книг. Охота за сокровищами. Часовня с корма. Стоп. Где-то тут. Так. Герой, здание куплено, здание на продажу. Так, портал Калиси. Так. Здесь у нас ничего нету. Здесь тоже. Здание на продажу где-то здесь есть. Ладно. Холмогория.
Алмагорье нам нафиг не нужно. Дубовый дол, наша родина. Вот это было наше тут на продажу. Ну ладно. Так, там, по-моему, как раз таки был задание у нас. Потерявшийся что-то торговец. И вроде я здесь хотел купить себе свою хату родную. Сразимся бок о бок во имя добра. Здравствуйте. Можно задать вам личный вопрос? Вы пробовали когда-нибудь синие мухоморы? А вот мы с тем человеком в гильдейском лесу один на двоих съели. И было с... Я никому еще... Ох, Сарил. Так, гильдейский лес. Надо будет туда заехать. Так, там Курабол у нас. Что у нас здесь? Склады. О, бой на арене. Это в Бауэрстолском клубе берут всех желающих. А здесь тебе не Бауэрст... Да ладно. Сейчас не время. Тебе нужен не я, а торговец. Ну же. Доволен собой, не так ли? Да. Так, где мой особняк родной? Эй, привет! Выпить хочешь? Настольный гольф. Подходи и сыграй. Инструкции, продолжи ставки. Настольный гольф. Подходи и сыграй. Спасибо. О, Уиспер. Я рада, что ты пришел. Хотела поговорить с тобой перед отъездом. И ты куда же сваливаешь? Ты знаешь, что я покидаю гильдию? Мой брат хотел сделать из меня великую героиню. Но ты всегда оказывался на шаг впереди. Приходилось из кожи вон лезть, чтобы оправдать его ожидания. А у тебя все выходило легко. Ты пожалел меня на арене. И я поняла тогда, как сильно завидовала тебе все это время. И каким ты был добрым другом. Прости, что я была резка с тобой на тренировках. По правде сказать, ты всегда был лучше меня. Только брату об этом не говори, хорошо? Так. А, нам нужно туда, по-моему, к разбойникам. А тут еще за два клинка за мной охотится. У-у-у. Сейчас будет радость. Скалистая тропа. Сейчас опять будем по тем же самым тропам ползать. Так. Здравствуйте, старые лагеря. Пожалуйста, помогите. Мой брат Томас ушел вперед и потерялся. Идемте со мной. Я думаю, он где-то там. Награда небольшая, но ничего. Ты куда прешь? Вперед паровоза. Сейчас тебя бифштег сделаю. Он где-то в чаще. Я боюсь туда идти. Беги! Кому бежать-то надо, так это вам.
Да ладно. Где откуда там вылез-то? Не было и появился. Смотри, ты сдохнешь. Тишина. Ты откуда вылез-то? Не было и появился. Зашибись, тема. А? Вы что, восстаете из мертвых, что ли? А, ты оглушенный был. Чё такая, шанс оглушения стал все-таки большой. Да ладно. Беги! Пожалуйста, помогите. Отведите меня к брату. Вы ведь его видели, как... Пошли. Скорей, выпей! Прямо перед глазами вылезли. Зашибись. Я иду. Ты не ждал? А я пришел. Как же это я так по-глупому-то? Да ладно, вы воскрешаетесь в воздух, что ли? Стэн, где ты? Беги! Мне страшно! Какая боль, Аргентина и Майка 5-0. Ты откуда здесь взялся? Тут страшно. Так, еще там где-то один сзади. Только где? Где-то там вылез. Я иду. Вообще зашибись тема. Ладно, пошли, мужик. Тут твой брательник тебя ждет. Тут страшно. Пожалуйста, найдите Тома. Ну вот твой Томас. О, вы его нашли. Спасибо. Вот, возьмите. А вам, пожалуй, пригодится. Подсказка. Зашибись. Вторая, пятая, шестая у нас есть. Так, награду мы получили. Так, где у нас снаряжение? Подсказки. Что там за вторая подсказка у нас? Так. Где это у нас? Так. Вторая подсказка. Если хочется клада тебе позарез, смело ступай в фруктовый лес. То есть яблочный, где у нас яблочки. Придется в конце поработать руками, награда зарыта межстеной тюками. Так, а здесь что дверь-то просила? По-моему, рыцарь какого-то там в доспехах. Подойдут мои доспехи интересные? Думал как раз зайти сюда. Вот в итоге свела судьба, так сказать. Что? Ох,
из них. Зрению первый был рыцарем. О, как сияли его доспехи! Их другой злой маг, а третий... Я узнаю тебя, доблестный рыцарь. Я жду злого мага. Где он? Да ладно. Вот это пойдет, наверное. Я узнаю тебя, злой маг. Я жду дерзкого разбойника. Зашибись. В тему, что я тут дверь открыл. Так, наряд разбойника. Я узнаю тебя, друзья. Пипец. На три костюма было с собой таскать. Хорошо, что я их не продал. Империя Грифона, ё-моё. И что у нас здесь? Булава кукольника какая-то. Информация. Урон, модификатор маны какой-то. Цена 33. Да. Так, снаряжение, обратно одеться. Светлая броня. И шлем. И у нас. Так, что у нас еще хоть это за оружие-то мы получили? Так, но только один раз он примерился. Урон меньше, вес легкое. Попробовать. Стоп, там водоем были, может быть, техничку тоже можно было половить. Ничего здесь нет поймать. Нет, нельзя. Посмотрим, что за булава кукольника такая. Может быть, она хуже. Ну да, урон будет больше. Ладно, так, погнали в гильдию. Так, гильдия героев. Перенестись. Дом себе так и не купил. Так. Вся в карту в сердечках. Выносливость. Максимум. Все, вкачали. Осталось теперь ловкость качать. Скорость. Так, не будем менять. Все остальное нельзя. Магия у нас, ничего такого не вкачаешь. Ярость богов. Щит. Исцеление. Магическую силу тоже. Зато теперь я все вкачал. Какой шкаф такой ходит. Ну, на этом, я думаю, мы закончим прохождение данной части игры. Всем спасибо за внимание. Ставим лайки, подписываемся на мой канал, оставляем комментарии под видео. То, что хотели бы увидеть, или, возможно, какую-нибудь игру, чтобы я снял еще, или какие-то вопросы у вас имеются. Всем спасибо за внимание, всем пока и удачи!